Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 28 марта 2022 года, появилась информация, что российский олигарх Олег Дерипаска после речи Джо Байдена в Варшаве заявил, что все готовятся к долгосрочной войне. Олигарх назвал действия Путина в Украине безумием, которое позорит грядущее поколение. Но он же не уверен в том, что война закончится в ближайшее будущее. Фактически, со слов Олега Дерипаски, олигарха, можно вынести то, что война будет длиться год, а может быть даже и два. И где и как она закончится, даже непонятно. Я лично что-то склонен верить вот этому человеку. Не хотелось бы, конечно, чтобы эта война длилась даже полгода. Но что-то мне подсказывает, что это надолго. Увы. А вы как считаете? Напишите в комментариях.